transform. Transform your state of mind. Доброе вам субботнее утро, дорогие друзья. В эфире по-прежнему «Мобстер и форсежка», и мы продолжаем смотреть за азиатской квалификацией, где у нас самая развязка, потому что матчей прошло уже достаточно много, и сейчас уже решается тот момент, кто же все же выйдет из группы, и кто окажется в виннерах, лузерах на стадии плей-оффа. Да, повезло нам опять с матчем. Играет MVP Феникс против Минески. MVP Феникс, в принципе... MVP Hot Six. MVP Hot Six, да, у нас первая игра... Да, была MVP Феникс. Да. Hot Six устроит, в принципе, и ничья, насколько я знаю. А вот Минески придется попотеть после того, как им подгадили немножечко 5 Ива. И при этом еще 5 Ива, если 1-1, по-моему, получается, что, возможно, будет в переигровках еще участвовать Сева. И если так получится, что еще и они имеют шансы на выход из группы. Вот там, в общем, очень сложная ситуация. Аналитики об этом более подробно будут рассказывать. У нас... практически нет времени за этим следить, потому что у нас нон-стоп игры, мы нон-стоп комментируем, а во время того, как идет игра, команда аналитиков может посмотреть на различные таблицы, проанализировать ситуацию более детально, и, конечно же, от них вы это сможете услышать точно. Bloodseeker в пике у Hot Six, герой, который на азиатской сцене появляется все чаще и чаще. Ну что ж, он выигрывает. Это Na'Vi ему подпортили стату вчера, да, с Лиганца. Но они его использовали немножечко не по назначению. Bloodseeker — это герой, который должен либо фармить на сейфлейне, либо стоять в миде. Причем стоять в миде порой ему очень тяжело. Ему, ну как, у него есть свой собственный реген, да, но иногда там, когда ты стоишь против квинов, пейн или широка, или лины какой-то, одному бывает тяжеловато. Мы это наблюдали на предыдущем матче. Вот. Но сейфлейн Bloodseeker, не стоит его недооценивать, он очень опасен. Он очень опасен и на линии, и в мидгейме. Вот. Поэтому, подобрав соответствующую комбинацию персонажей вместе с этим Bloodseeker, его не надо особо охранять на лейне. Да? То есть, если он стоит один на один против какого-то героя, ты позволяешь Bloodseeker получить оверлевел над ним. И когда саппорты идут куда-то, например, ганги, да, там может кто-то просесть по ХП, опять-таки это не только возможность для саппортов и, например, одного из кор-персонажей, которые стоят на миде или там на харде, сделать фраг, но это еще возможность для Bloodseeker временно получить бонус по атаке, да, и, соответственно, ну, там по скорости, и напасть просто на своего оппонента на линии и уничтожить его. Вот мы видим статистику Bloodseeker: 10 матчей, 70% винрейт. 7 матчей из 10 он выиграл, соответственно. Это достаточно большой, да, показатель, учитывая, что Bloodseeker достаточно такой герой, весьма своеобразный. 12 матчей Зевс. Турнирная статистика, это вот именно 12 раз принимал участие Зевс, неважно, хардовый, middle lane, тут сложно сказать, но винрейт у него очень маленький, как мы видим. Но вот, кстати, в связке-то, да, и связка действительно-то неплохая, это весьма неплохой контроль за картой, ты для Зевса просто даешь кого-то лоу-хп-шном, он сразу видит всю ситуацию. Ну там, хотя насколько и так я знаю, понятно. Ты когда видишь соперника с маленьким количеством... Ну да, это в любом случае, да, приятно, но связка Bloodseeker-Зевс очень-очень давно обузилась, скажем, паберами. Да, когда Bloodseeker, ну, там, раскачивался банально до 4-го левела Blood Rage, подходил к Зевсу, давал ему Blood Rage, и Зевс нажимал кнопку, и все получали дополнительный дэмэдж от этого Blood Rage. Сейчас, насколько я знаю, там есть определенный рейндж, то есть если ты находишься за каким-то, ну, достаточно большим рейнджом, то по тебе дополнительный урон с Blood Rage
не попадает. Там это фиксили, это точно фиксили. Я сейчас не могу сказать определенно. Я думаю, в игре там через дополнительную информацию мы сможем узнать об этом. Вот. Ну, а Минески выбирают гирокоптеры с андайингом, то есть старую добрую комбинацию персонажей, которых пикают очень часто. В общем, про них уже надоело рассказывать. Дизейбла, дамаги столько, да, постоянно уже про них говорить мы не можем. Хотя сейчас интересно, что появится дальше. Команда Хоцикс пока банит. Шторм Спирит нам Бруда в бане, теперь Вич Доктор. Ну и по саппортам тоже стоит обратить внимание. Я бы еще, может, Феникс. Возможно, кстати, и Феникс появится в пике, например, с командой Минески. Я бы на него тоже обратил внимание, учитывая, что гирокоптер Undying, и прям сразу у меня почему-то следующим третьим в голове является Феникс. И вот нам статистика сразу. Я бы не сказал, что она плохая. Появился он в 14 матчах. Это во всех квалификациях. Учитывая, что разные достаточно стили, разные полгероев в регионах бывает. Ну, просто... Хотя, знаешь, в целом он почти один и тот же. Лишрак во всех регионах одинаково, скажем так, появлялся. Статистика, она очень своеобразна. Вот, например, статистика та же самого Инвокера, если нам ее выведут, она будет очень положительной. Во-первых, по каким причинам? Он не так часто пикался, вот, пожалуйста, да, 10 матчей, 70% винрейт. Две победы — это игры команды Old Boys, где мидер их выиграл две карты на этом инвокере. То есть в матче, где ничего совершенно не решалось. Ну и плюс я уверен, что он пикался в некоторых тоже моментах. Когда... А связка, помнишь, LC играли? Лондон, ну, LC, там они безоговорочно выиграли. То есть я не сказал бы, что это, ему там фартануло, любой другой герой, кроме инвокера на миде, и все бы получилось нормально. Нет, это совершенно не так. Инвокер там был очень хорош. Вот, там, и Шадудемна. Ну, это редко используется, она, эта статистика вообще за весь глобальная. Патч, за весь патч. Да. Ну, редко видел именно в исполнении такую вот глобальную стату. Вот что-то у нас статист разошелся прям. Все подряд. Но у нас пикабаны достаточно затяжные. Ничего интересного просто не происходит. Обыкновенных героев забирают, что Минески, что Hot Six. Опять Лина, опять сейчас вот MVP. Вот, что у них есть? У них есть, скажем, Вич-доктора они забанили. Нету лишь Рака. Сейчас попытаюсь вникнуть в персонажи, какие тут есть. Чем вообще MVP Hot Six играли сегодня? У нас не было их матчей, к сожалению, мы их сегодня еще не комментировали. Вот, поэтому, в принципе, может быть, что-то интересное. Ну, зато вчера были. Ну, пару саппортов надо забрать. Вот берут Фуриона, то есть на саппортов пока что забивают. Слушай, вообще стратегия-то... Суперглобальная. Да, суперглобальная. Можно найдем, еще... где хочешь, там найдем, там убьем, уничтожим. Блудсикер, Зевс, знаешь, Профит. Вообще... В исполнении MVP Hot Six меня вчера порадовали, и, в принципе, если им дать такую стратегию, я думаю, что в плане реализации вопросов особых не возникнет. Но очень... в плане именно уже, хотя и Late, так, Bloodseeker, он неплох, Nation Profit, Split Push, многообразные, есть многообразие определенное, мне интересно, Зевс тут будет все же на какой роли играть, это будет либо Hardlane, либо Middle, либо Bloodseeker вообще пойдет Middle. Будет ясно чуть позже, там уже мне интересны лайнапы, потому что многое сейчас решается на ранней стадии игры, и тут уже, конечно, неплохо могут тут уже и Минески им помешать, теми героями, которые у них есть. Darkseer появляется в пике четвертом по номеру. Уже Герокоптер, Андайн, Клин, это уже достаточно сильные, хорошие герои. Герой что-то вообще без вопросов на Early Game товарищ разваливает кабинеты направо-налево. Я не знаю, куда пойдет Bloodseeker, на сейфлейн или в мид, но одно я знаю точно, что если Зевс не пойдет в мид, то подобным саппортом будет тяжело стоять против Андайнга. Вот, поэтому я надеюсь, что все-таки вот Дизраптора забирают, то есть уже один сильный саппорт есть на лейне. На мой взгляд, Джесси нужно забанить Висаджа, если он его не банил. Да, это Андайнгу очень так в подспорье идет, и не только на самом деле. Но, знаешь, под него как-то стали все равно забывать. Все равно отдельно от Дроу Рейнджер он появляется очень редко. Ну да, но я не считаю... Но я считаю, что он хороший, я не спорю. Он против Андайнга, только так, контрит Андайнга в паблике. Только Висадж в основном. Ну, Шейкер. Шейкер тоже хороший герой, в общем-то. Да. Поэтому, в принципе, этот бан приемлем. Ну, ты правильно сказал, что про него забыли, и что я тут говорю, интересно, что Висаджа можно забанить. А будет ли Винтер Виверна Hot Six, если уж так расположиться? Нужен какой-то, хотя так и есть, но я бы считал, что Винтер Виверна здесь зашла бы очень даже хорошо.
Ну, может быть, как раз-таки против Bloodseeker. То есть, если HotSix ее забанят, то будет понятен их бан, если честно. Потому что, ну, Bloodseeker, он всегда, так сказать, вбегает в тебя, и его как вариант убрать, да, может быть, был бы смысл. Ну, и пикнуть Winter Wyvern, может быть, был бы смысл. Но вообще, что нужно Минеске? У Минески есть Undying Darkseer, то есть Undying, Лина и Герокоптер. Ну, нету инициатора хорошего на линии, скажем так, если Герокоптер пойдет. Они могут пойти в триплу, они могут Лину поставить в мид, они могут Дарксира поставить на бот. Лину в мид, я думаю, что я уже тоже так пригляделся, наверное, так и сделают все же. Хотя тут и Undying в соло будет стоять бессмысленно в хардлине. Вот появляется Слардар, это дабла, определенно дабла с Undying'ом, скорее всего, Герокоптеру будет. Герокоптер Undying ты имеешь в виду, дабла? Да, может быть. Undying, Герокоптер, да, Слардар. Вот тут... Лина, Слардар неплохо смотрятся вместе из-за последовательности станов, которые, да, они обладают. Ну и дэмэдж, конечно же, тоже, в общем-то, неплохой. И вот все, что сейчас, ну, что сейчас может интересно пикнуть команда HotSix, это... Ну, опять-таки, саппорта какого-то. Вот Абадона мы уже видели сегодня. Абадон вот в этой игре, может быть, будет не так уж и плох против Лины и Слардара. Но Абадона, конечно... Ну, тоже герой под сейв, дазл, скажем так, да. Хороший выбор. Нужен был ребятам какой-то, скажем, персонаж, который бы сейвил. Но они выбрали просто более сильного героя на линии, нежели чем Абадон. Абадон герой на линии слабый, то есть он не может атаковать. А зато возможно, потом, придется... зато потом Абадон очень будет сильно цениться. Не, Абадон сейчас, очень хороший персонаж, друзья. Если вы думаете, что он как-то слабо смотрится, вот это вот фикс, когда ты можешь в стане прожать ульту. То есть ты всегда можешь засейвить. То есть, в отличие от Дазла, Дазл, если получит Сайленс, не засейвит. Дазл, если получит стан, не засейвит. Если стан и Сайленс получает Абадон, он нажимает ульту и сейвит. А тут особого контроля нет. Сайленс — это только стан, и то такие, знаешь... Я в общем случае говорю. Ну да, что... я имею в виду, что тут выбор Дазла был неплох, потому что у него нет особых преград на фоне, что ты все равно повесишь крест. Только если в самом экшене не останешься. И к тому же против Слардара он неплохо смотрится. Да, опять же, так, арморчик повышает своей команде. Кстати, ребят, хотелось бы вам еще напомнить, что у нас есть хэштег T5.ru. Давайте вновь ворвемся в топ. Обсуждайте матчи, делитесь вашими мнениями, общайтесь с комментаторами, аналитиками и всеми прочими. Я думаю, что вы и так прекрасно знаете наши твиттеры. Наши вы можете здесь посмотреть и на трансляции. И общаемся. Да, да? Даже я у уже нас... начал твиттером пользоваться. Просто много свободного времени бывает между матчами, когда у нас либо задержки, либо перерывы. У нас все равно, кстати, пауза в игре, поэтому я пока еще расскажу. Ну и соцсети обязательно. Вот у меня, например, еще ВКонтакте, только там... Поменял немножечко. Это не я менял, по-моему, там с опечаточки немного. Да, ладно, это не важно, ребят, все равно захотите, найдете. Как бы друзья добавить, это не вопрос. Но мы, наверное, ждем матча, и, по-моему, он уже созрел у нас. Тактические паузы в самом начале — это вполне себе обыденное дело. Не только у азиатов, но и у всех остальных. Ну что ж, давай представлю команду. По крайней мере, тут у нас все более-менее, я так пригляделся, все на ком должны, на том играют. Особых нет. У нас сюрпризов. MP, команда MVP Phoenix. MP играет на Зевсе, Форев играет на Бладсикере. Сан... Господи. Сан Бихай, наверное. Сан Бихай, да. Играет на Нейшу Профите, Джерекс на Дизрапторе, Хин на Дазли. Но команда Минески, представь уж ты. Джесси Вэш на Дарксире, 5593 на линии, Джи на Андаинге, Джулс на Слардаре, конечно же, и Куку на Герокоптере получается. Я помню старый состав Минески, где с никами было все достаточно просто, они все начинались на букву Джей, был Джесси, Джош, Джова, Джулай, по-моему, и такое вот все. Было очень просто с Минески. Конечно, старые эти добрые игроки остались. Джулс, по-моему, Джи как раз-таки у него раньше был очень другой ник. Ну и Джесси, это сам такой, по-моему, с самого-самого начала, основания играет. Ну что ж, поехали. Как китайцы, они на самом деле не поступают. Они не бегут пятером, начинают вот тут вот драться. Кстати говоря, Свила там сейчас говорил, он говорит, ты же не видел наверняка, что ты знаешь, что на 7-й минуте в том матче, который шел параллельно нашему, или даже, по-моему, когда у нас перерыв был, неважно, на 7-й минуте был рэмпейдж при счете 0-0. Потом 5 киллов, рэмпейдж. Нет, не в курсе. Это была жесть.
Наверняка будут какие-то хайлайты потом. Да, обязательно, ребят, поэтому... Гирокоптер в миде стоит, если что. У нас получается. То есть Лина саппортит, Слардар на топе, Undying и Дарксир будут даблой стоять на боте. Ну, в принципе, мы так и предполагали, что, скорее всего, Лина со Слардаром будет саппортить. Ну, учитывая то, что Дарксиру в миде нечего делать, Undying'у, в общем-то, тоже. Поэтому хотя логично на самом предположить, деле, что... Дарксиру в миде можно стоять. Ну, против милишников. Против милишников, да. Причем он заходит очень хорошо, но не в этом случае. Он просто не может делать импакт потом. Сейчас... Ну, скажем, мидер, он должен либо быть супер полезен, ну, более в лейте, может быть, он полезен очень в пуше, а есть герои, которые, например, полезны в ганге, такие как Queen of Pain, да, в пуше полезен у нас какой-нибудь ДКСФ, и в лейте тоже, соответственно, они полезны, ну, и плюс ганг потенциал, плюс лейт это, ну, то есть герои в миде, они сочетают различные качества, а Дарксир, он как бы, ну, он не может нормально гангать, не может, ну, вот как ты будешь гангать Дарксиром? Только вакуум есть из хороших дизейблов, да, то есть бёрста серьезного у тебя нету. Когда стоит задача унизить вражеского соло-мид персонажа, ты можешь попробовать. Ты можешь попробовать сам, а можешь позвать саппортов. Да, да, вот Дарксиром как-то там поиграть. Ну, Джесси в дабле с Андаингом, думаю, что... Ну, они, конечно, могут и линию чуть подпушить, и подвышкой, но Блудсикеру подвышкой фармить будет нормально. Я бы сказал, что не так уж плохо. Дизраптор у нас как раз-таки этим сейчас начинает потихонечку заниматься. Пулит на два спота, но что-то у него не выходит. Ну, пулить против Дарксира может быть не самым правильным решением, да, потому что он и так щитами тебя сдавит. И в лесу у тебя нейтралов пожжет. Ну, и забежит, если. Тут надо играть несколько проще, несколько аккуратнее. Фурион с тапочком. Лины уже заходит в спину к... рогатому, ну, поймать его сможет. У него телепорт еще нету, вот как раз таки только... Ну, все, он отсюда вообще никуда не уходит. Это, скорее всего, First Blood для команды Минески. Ладно, не First Blood. Зачем вы так? Зачем? Серьезно? У Лины и Dragon Slave, и стан сверху. Ну, вы просто могли его унизить. Надо было пробовать Лине станить просто, вот и все. Она побоялась, она реально побоялась. Она еще профит, он прикол в том, что он с тапком уже. И... А вот Глимса нету, поэтому G выживет. Он контролит руну, если там еще сейчас появится реген. Тут гирокоптеру нужна руна, конечно же, он своему тиммейту отдаст. И тут реген спавнится. Ах, кому же отдать? Ну, вот Агиджи забирает. Кинул дикей в своего гирокоптера. Ну, просто так, естественно. Но Гира себе ботл тащит, поэтому у него-то тут будет запас маны. Запас хп. Так, и теперь поймали. На топе уже, наконец-то, подставился. По-моему, Нэш и Профи думал, что если раз второй не попали, раз, наверное, да. Значит, второй раз тоже не попадут, раз уж мне так везет сегодня. Нет, увы, не в этот раз. Нэш и Профи умирает. На боте тоже сейчас чем-то может интересным закончиться, хотя тут Дизраптор то ли позицию себе выгодную искал. Но у Джесси, возможно, возникнут проблемы, но он не давал пока Сурдж, его все равно больно продавливают. Глимс, возможно, обратно, и теперь там его принимают и ставят томбу Джи. Но все равно Джесси умрет, а под этой томбой он даже, возможно, не грызанет Бладсикера. Плохо то, что Дазл заластхитил, потому что так бы БС получил бы хпшки. Вот, он сейчас тут... от крипов и так может отрегениться, потому что какое-то время что творит. Не будут вообще ничего делать сейчас Минески на этой линии. Это дабла себя никак тут пока не реализует. Ну, пока что да. То есть ребята особо ничего не делают. Ой-ой-ой, а Нэш и Профит ищет приключения вновь на топе. Видим, как у него здесь приключения вновь заканчиваются неудачей. И, наверное, ну хотя, знаешь, получив все равно почти 4-й левел, я бы сказал, что он стоял здесь не зря. Но он покормил так нехиленько саппорта. И тоже, опять же, можно сказать, что это нехорошо, но, опять же, Линя тоже и найдет, на что эти деньги потратить. Так бы, конечно, было бы классно, если бы эти киллы плюс First Blood заработал бы Слардар, и Блинкдаггер бы в таком случае появился гораздо раньше. Много лечения у команды MVP на линии, потому что помимо Дазла у них есть Бладсикер, Бладрейдж, которого не стоит маны и позволяет саппортам при динае или даже, может быть, в каких-то моментах при ласт-хите крипов пополнять запас своих хитпоинтов. Фурит сейчас нападает на соперника так нагло.
под пачкой крипов, под Ионшеллом. Ну, у него Пурман Шилд и еще перчаточка скорости. То есть наверняка это какая-то ПТ-шка. Сборка Блатикера в этой ситуации вполне понятна. Наверняка какая-нибудь Синджиндьяша. То есть ему ни в коем случае нельзя. Ну, покупать Блейдмейл я не бы сказал, что ему ни в коем случае нельзя. Просто это риск. Когда ты покупаешь Блейдмейл, Блейдмейл можно не реализовать. А с Синджиндьяшей ты всегда будешь больше фармить, да, по крайней мере, быстрее бегать. Больше можешь в драках участвовать так же, как и с Блейдмейлом. Вот, так что, вот, что касается Бладсикера, Цинчиндьяша для него, я уже говорил, она смотрится на нем просто великолепно. Потому что, ну, он не испытывает недостатков дэмэджа в тимфайте, он получает дополнительный урон за счет пассивки. Вот и все. Идет Лин у нас контролить топ. Ну, не уботал, или, ну, не нет, топ идет контролить. Не контролить, а просто в спину, может быть, как-то зайти к Зевсу, контролить. Вот она что. Контролить пространство. Слушай, топе, ну, вот я не вот знаю, скажу. Этот вард настолько ли прям важен, когда его можно поставить тут и контролить еще за одну ируну и приблизительно вот эту зону. Ну, ты видел, откуда он его поставил? А, отсюда, сверху. Ну, вот, то есть, потом расскажу, в общем. Смотри, попытаются убить здесь Undying'а, удается команде MVP сделать очередной фраг, нападают они на Darkseer, тут прям вообще без шансов. Бежишь дальше, попадаешь под... Да ладно, он сжег Бладсикера, боже мой, что творит этот колобок, я тебя съем, сказал Бладсикер, но не... Кулдаун в миде, заезд по... Ой, как Зевса, прям на границе кулдауна, прям по пикселям. Достал он его. Так насчет варда, что давай обсудим этот момент. То есть вижен у команды, ну, MVP, они да. видели, как Лина с вардом пробегала сюда, то есть они думают, что вард вот здесь поставлен. Но. Соответственно, сентри, который ставится обычно, он используется вот где-то либо в этой точке, либо в этой точке, чтобы сдевардить, возможно, здесь какие-то варды. А сентри, поставленные здесь, они, возможно, не увидят вот этого. То есть это более нестандартный вард, скажем так, который раздевардить иногда будет тяжелее. Любой вообще вард, поставленный так, ну, что он дает тебе минимум так, вижена. Так, на топе, кстати говоря, посмотри, у нас вновь убивает Нейша Профита. За вышку не то, чтобы не хотел. Ой, вернулся, зачем? Схватил Драгонслейв в лицо и умер. Боже мой, Нейша Профит меня просто не радует нифига на самом деле. Ну, может быть, да, ему не следовало бы возвращаться. Он развернулся и хапнул, все. Опять попытка убить хардлейнеров команды Минески. Darkseer вешает на себя Йоншелл, пытается убить самого слабого. Вместе с Undying'ом через Soul Reap удается это сделать, но сейчас подождет, да. Ага, Зевс застилил, жулик. Ну там, в общем-то, ну, стоило это сделать. Профит наконец-то тут прилетел тоже. Хоть чем-то помогать своей команде, помимо того, что дает киллы. И сейчас он все равно килл отдал Лине. Лина уже с КДА 3-0-0. Не, месиво просто нереальное у нас на карте. Лина, кстати говоря, делает стаки для гирокоптера. Это очень важный момент, потому что гирокоптеру не всегда делают стаки, если ты заметил. То есть раньше при старой сборке через доминатор он мог это делать сам. Когда переманивает крипчика, отправляет его на эншентов. Ну, неважно, куда угодно. Тут у нас Darkseer вернули обратно на базу, будут пушить именески. А сейчас он стоит в миде, да, вот. И он получает не так много фарма, как мог бы получать на сейфлейне. Вот, поэтому ему нужно иметь дополнительный фарм. Ему там отвлекается за рунами. Приходится иногда кого-то убивать, кого-то гангать. Иногда не получается. Но пока что у гирокоптера все очень хорошо. Так, да, то есть нету. Заезд, кулдаун. Выбегают почти все. Попадают только, по-моему, дазл. Ракетка летит в Бладсикера. Рэпчур дается на гирокоптера. Гирокоптер в итоге встает. Нейша Профит ультует. Отбежать была возможность у всех, кроме дизраптора. Он выбрал сразу не тот путь. И Рэпчур все до сих пор висит на гирокоптере. Нейша Профит тут ракетку убивает, она в него не долетает. Ну и что ж, заезд не самый интересный от команды Минески. Убивает лишь одного дизраптора, при этом теряет вышку и немножко времени на всю эту реализацию вот этого момента. Но в этот момент фармит Жулс, поэтому не так уж все и плохо для команды Минески. Пусть они вышку потеряли. Главное, что хоть кто-то есть на карте фармящий, когда в таких моментах что-то делаешь. MVP, мне кажется, намного больше в таких ситуациях фармят. Они могут не отвлекаться, так сказать, от фарма и помогать своей команде. То есть Фурион, который... Мобильность Фуриона — это самое лучшее вообще, что есть. Но, правда, его сейчас тут так. Хлопнут. Ну, опять это неудивительно. Нашли. Вот. И Зевс, конечно же, который, не уходя с мида, способен помогать команде при гангах. Ну, а смотри, какой сентри поставили. В итоге, видишь, вот вард команды. Ну, MVP. Видимо, просто видели. Ну, здесь дает вижен, как бы сразу
который туда идет. Ну, все равно бы раздевали, все равно бы раздевали. Там, кстати говоря, все равно, по-моему... А, нет, один. Ну, ладно. И центры в миде тоже поставили. Варды, они всегда такие. То есть, чем меньше вард дает вижена, тем менее он стандартный, тем сложнее его раздевардить. Такая вот обратная пропорциональность. Обычно. Там есть вообще очень хитрые варды, которые вижена, ну, практически не дают, но их никто никогда не девардит, они стоят все свое время. Проказ дает Зевс, немножечко коцает гирокоптера. Зевс, кстати, Бладсикер тем временем убивает. Он, Зевс это сделал для того, чтобы Бладсикер получил баф. Раньше обузили, ну, по определенным образом, сейчас обузят эту тему немножечко по-другому, как мы видим. Герыч там верхнюю получил спруты, вернется же сейчас команда MVP, ну ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, все нормально. Да, успел улететь, Глимса не было у Джерекса, но зато Андайнга смогли убить, Бладсикер подошел и подрезал Андайнга. И пуш продолжается, команда MVP, вышку на боте они забрали своевременно, сейчас на 10-й минуте выходят в мидл, где также атакует вышку, у которой уже глифа нет. И команда Минески никак не сможет зайти и подефать ее. 2200 ренжа баф Бладсикера действует. То есть, если ты ультуешь Зевсом, и соперник находится за вот этим вот радиусом, то он дополнительный урон от Бладрейжа не получит. Ракетка летит. Ракетка летит в Бладсикера. Рядом есть Зевс, если что, на поддержке. Но сразу будет, скорее всего, кулдаун. Оттуда не... Ой, нет, все равно он убегает. У него мовспид был 500 с чем-то. Он выбегает из-под кулдауна. Nation Profit великолепно сработана вместе с Бладсикером и Бладрейджем. Рэпчур кидается на Андайнга. Гирокоптер помочь уже абсолютно ничем не сможет. Только в мили, когда подобрется фактически Рокет Бэрон, кого-то надамажит. Но на этот момент, ну, добейте вы его. Nation Profit, дай тычку. И чейнлайтингом достает Зевс. Получил немножечко хпшек, но, скорее всего, ракета его прикончит. Или, если, или будет... Нет, мана на греф. Нет, он умер от нейтрала. Повезло. Это еще лучше даже, на самом деле. Ну, не повезло, но, скажем так, хорошо то, что там оказались нейтралы, что их там никто не зафармил на этой минуте, что получилось отдаться туда. Ну что ж, заруба основательная, потому что 19 киллов на 11-й минуте, уже на 12-й неполный, это жесток. Ой, кинетик филд, Жуц с него оказывается, приходит сюда Фориф, нападают на Жуца, тот станет. Амплифайка висит на Джераксе, пытается отбежать, но на спринте... Не-не-не-не, никуда не денешься. Куда ты денешься от Бладсикера, мой друг, скажи мне, пожалуйста, серьезно. Тут хорошо то, что Бладсикер потянул немножечко время, он приобрел дагер перед тем, как погибнуть, то есть, по сути, золото-то он, видишь, не потерял у него даже. Ну, вовремя, все равно его загангали, чуть бы раньше тогда бы отложили этот блинк-дагер, а так посмотрим на реализацию этого слардара в руках команды Минески. Теперь еще будет больше драки. Я так предполагаю, блэкинг-бар первым айтемом делает Бладсикер. Странно, что это не Сенчин Дьяша. Но в действительности здесь очень много неприятного магического дэмэджа, который реализуется гирокоптером, линой, дарксиром тем же самым. Вот. Ну, Слардар обладает у нас исключительно физическим уроном, но пока он не может его наносить по ввиду той причины, что артефактов у него нету, скорость атаки очень маленькая. Вот. Но может быть под амплифаем, если там схлестнуться, так сказать, бить вместе Минески руками Бладсикера, это, конечно, будет ощущаться. Так, Фурион тоже, ну, слушай, так плавненько, сначала бот, потом мидл, причем в некоторых местах даже и драки получается выигрывать команде MVP Hot Six. Так что это не так, что плохо для них. Они так плавно пришли на топ, здесь организовали смок Минески, в этот раз они готовы их принять так основательно, мол, хватит, ребятки, вы допрыгаетесь таким образом. Хотели помешать, а в итоге-то чуйка-то сработала. Нормально у MVP Феникс. Дальше они не пошли. В лесу защемился Дазл. А Джеракс и в данный момент Фориф, они отбежали вообще. Вар тут такой, конечно, хороший стоит. Вард, очень вард помогает, если был что. Смог прям, по-моему, на этом варде. Если не там, то чуть дальше. Поэтому и так сработано. Как только все это дело закончилось... Ой, чуть подставляется Фориф. Ой, старик Шторм, кинетик филд в нем оказывается. Слардар, крест кидается сразу же на Бладсикер. Бладсикер нужно убить Жульца, иначе он умрет. Он не смог этого сделать, он не отхилился. Джеракс тут все-таки умрет. Скорее всего, Джесси бежит далее на Сурже. Отбегает Хин, отбегает Фориф. БКБшка закончилась. Зевс там поработал, конечно, неплохо. И сейчас еще верхний даст по гирокоптеру. Минус гирокоптер. Ну, можно Андайн продолжить. Отбегает. Можно продолжить. Нет. Можно продолжить. Хотя бы спушить можно. Да, убили. И его тоже. Вот как раз-таки повесили Бладрейдж на Зевса, он справился. С помощью верхней сбил телепорт и нанес огромное количество дэмэджа. Ну что ж, а теперь уже
Слушай, мне нравится вообще тимплей команды MVP и план на игру. Он достаточно прост на самом деле. Они, знаешь, такие, у них такие герои, такая стратегия, что ну, ультует Зевс, там ультует Фурион, все хоть немножечко начинают коцаться, Бладсикер из-за этого получает баф, и он начинает вот так вот вокруг драки бегать, как сумасшедший. А Минески из-за этого растягиваются. Они не могут сфокусить нормально, у них нету фиксатора, ну как бы у них есть фиксатор, но им нужна синхронная инициация с этим фиксатором, нужен сильный прокаст в кого-нибудь, в Бладсикер, в Зевца. А от этого синхронного прокаста спасает Дазл. Вот и все. Так что драки пока что команда MVP Феникс выигрывают. Минески вполне могут выиграть эту игру до сих пор, если продолжат нормально и адекватно фармить. Если они будут проигрывать драки, конечно же, будет тяжело здесь одержать победу, потому что Бладтикер все больше артефактов. Дизраптор скоро тоже начнет закупаться кор-айтемами. Фурион уже имеет Блейдмейл. Впоследствии мы можем увидеть какие-то Некра, может быть, Мейлшторм даже, чтобы было удобнее сплитпушить. И будет намного тяжелее играть команде Минески. Пока у нас пауза, знаешь, хотелось бы еще сказать одну интересную вещь. Есть Блинкнайгер, есть Лордар. Есть такой персонаж, который на карте дамажит больше всех у MVP Феникс. Догадываешься? Зевс, ну, понятное дело. Цель для него достаточно простая. Нужно пару раз и погангать его, можно и в драке как-то находить. Если позиционку будет держать плохо и позиция будет у нее невыгодная, то MVP Феникс, после этого могут возникнуть определенные проблемы. Ну, опять-таки, да. Но есть Глимс, понимаешь? Есть Глимс, который контрит его в таком случае до появления БКБшки с Лордара. Ну, да, в общем-то. Дизраптор сам по себе является очень хорошим персонажем. Я дико удивлялся, когда ну, его не пикали. Ну, то есть, по сути, до 6.83, там, до 6.84 его как-то не очень охотно пикали. Вот Дизраптора в действительности на в квалификациях не скупятся брать. Хороший саппорт. Хорошим саппортом считается Дизраптор, и я думаю, что никто особо-то его винрейтом не интересовался, но если мы взглянем, то у него, ну, как минимум, мне кажется, матчи 15-20 он сыграл 100%. Слушай, может интересно, а можно статистику по Дизраптору прямо сейчас вывести? Я думаю, что сейчас это нельзя сделать. Ну, печально, я бы глянул. Ну, потом, раз на следующую так, карту раз я вспомню. Раз уж мы так начали разводить такие темы, пока у нас тут на самом деле на карте все достаточно простенько. Ну вот у Зевса появляется Бладстоун. Теперь он может заряжать его. В общем-то, Бладстоун для Зевса. А ему надо аккуратненько это так делать, стараться. Он будет быстрее фармить с этим Бладстоуном. В общем-то, я как-то спрашивал все Габлака. Все с этим Бладстоуном можно, да. Спрашивал я Габлака, почему именно Бладстоун покупают Зевсу. Потому что он при том, когда юзает ульту, и где бы соперник ни находился, если он его добивает, он его заряжает, этот Бладстоун. Вот, я думал сначала, что поэтому, но Габлак мне ответил, что это просто, ну, как бы это тоже, конечно, приятно, но, тем не менее, ты быстрее фармишь с этим Бладстоуном и фармишь больше потом. Ну, то есть это фарм ради фарма такой своеобразный. Вот не знаю, ну, конечно же, ХП, чтобы дольше жить, конечно же, это больше маны, ну, и все вот эти вот сопутствующие бонусы Бладстоуну. Бладстоуну много разных параметров, которые, ради которых стоит его покупать. Партица с Лордар сюда, тут в смоке пробегали MVP. Но смоук уже закончил свое действие, поэтому ребята сейчас более аккуратно перегруппируются. Но похоже, что Минески ищут драки. Не знаю, зачем они это делают. Посмотри на Герокоптера, ему нужно дофармить БКБ. Посмотри на Джесси, который играет на Дарксире. У него нету меки или есть? Вот она летит. Да, летит рецепт меки. Ну ладно, хорошо, мека имеется. Как дела у Андаинга? У Андаинга 6-й левел, больше ничего у него нету из артефактов. И он купил меку. Мека там, мека здесь, да. Одновременно собирают ребята. Ну, при этом нетворс у Фуриона в разы выше, чем, ну, не в разы, но в полтора. В полтора это не в разы, в разы это раза в два. Но все-таки... Ну, расти будет еще. Кстати, еще я профит думал, сыграет погоди. Меку. Я думал, он Блейдмейл купит, у него был этот чейнмейл. Я думал, он реально купит Блейдмейл. Ну да, потому что у него нулики Блейдмейл, это... Да. Это такое прям стандарт стандартов всех прям, стандартов. Прям даже уже без задней мысли считаешь, что это Блейдмейл. Ну, ладно. Мека всегда полезна. Особенно так. Пусть ты даже не так поздно. Нормально. Герокоптер там пока фармит энчентов. Это действительно неплохо. Если его там никто не заметит, и энчентов не отожмет, и герокоптер самого не убьет. Застакал он их еще раз, по-моему. Курьером там летают еще.
да, непонятная какая-то ситуация, но в действительности гирокоптер при такой раскачке не способен быстро зафармить эншентов из-за того, что у него флэг-кэнон всего лишь второго уровня, у него меньше атак, да, соответственно, с этого флэг-кэнона, но тем не менее как-то он там добирать старается. Доминатора у него тоже нет, поэтому он не может просто стоять и тыкать этих эншентов. Приходится хит-эндранить, приходится тратить больше времени на то, чтобы все это зафармить. Вот, а команда MVP Hot Six уже подходит. Вот, Hot Six, не Феникс, надо запомнить. Мы просто уже заговаривались чуть, но все MVP, нормально. В общем, просто MVP. MVP подходит уже к миду и готовы атаковать. Не хотят отступать или не хотят они дефать Слардара, который сплит-пушит топ. Но он быстро не сможет линию разрушить. Быстро не сможет уничтожить вышку. Поэтому есть смысл в действительности попытаться... Попытаться дефать Т2 в миде уже, по-моему, Минески вообще не собирается. Коль Сардар там еще находится. А там его сейчас еще и принимать могут. Дизраптор уже партится, да? Да, партится, да. И сразу Блинкдаггер вовремя, потому что иначе бы... Ах, его даже Зевс... Полил он Глимпсанул, его обратно поставил Старик Клин, Кинетик Шторм. Боже мой... Старик Шторм и Кинетик Филд. Боже мой, это жесть. Зевс тут очень помог, опять же. Он и видел, куда, и он туда и нажал этот глимс. Угу. То есть наличие Зевса в комбинации с Дизраптором — это просто какая-то невероятный какой-то абуз. Находят гирокоптера, но уходят от... Ну, зато Энджинта заберет. Все-таки с Энджиньяш решил делать Бладтикер после покупки Блэкингбара. Его можно понять. Ну, опять же, милишному герою... Если бы это был гирокоптер, если гирокоптер сейчас купит себе БКБ и купит потом себе Сен-Джин-Дьяшу, все станет ясно, почему Минески проиграли. Ну, не только поэтому. Не только поэтому, да, но это тоже станет каплей в море. Я бы даже сказал... В море неудачи. Не капли, я бы сказал, что это ведро в ванне, вот так вот. Как-то больше бы расценивал покупку Сен-Джин-Дьяши как негативный момент в игре гирокоптера. Ведро в ванне, да, скажешь тоже. Или в бочке, может. Какой-нибудь маленькой такой. 100-литровый. На Рошана заходит Минески. Есть ли у них медалька? Медальки нет, но зато у них есть Слардар. Они немного рискуют, но соперник туда вряд очень ли далеко, задумается идти туда. Хотя я не ну, просто интересно. Блатикера, понимаешь, как бы Блатикер начинает постепенно ускоряться, постепенно ой-ой-ой. Начинает изменять свой демо. Ой-ой-ой, Зевс ультанул. Там, оказывается, Жульц обратно. О, вот, а ты еще там еще вард их стоял. Ну ладно. А, в итоге там у нас Нэша Профит быстренько разбирается с Сандайндом. Куку вообще нафиг. Все. Всех просто колдаун тут уже ни к чему не смотрелся. Жульц дома валяется. Дарксир вообще сбежал. Рошан отдают они команде MVP. Вот это действие до конца мне было не ясно. Это, конечно, риск, и потери хоть и не оказались вот прям большими, но я это на самом деле приятно удивлен, скажем так, такими моментами, потому что обычно у нас команда, вот вспомни, как часто коллективы, играющие на каком-то онлайне, да, неважно, крупный это онлайн mm-hmm. или не крупный, они прибегают вот к подобным агрессивным моментам, то есть принимают на себя ненужный риск, идут на Рошана и пытаются его забрать. По-моему, такое, да что ж такое, не часто очень происходит, да, то есть команда играет более-менее аккуратно, а здесь на International они рискуют, они стараются как-то вот, получить преимущество, зайдя в смоки на Рошана, мол, их как будто бы никто не заметит. Это интересно смотрится, потому что приятно осознавать то, что команды готовы рисковать, а не просто сидят на хайграундах и терпят. Пошел Вив, Форев кастует Бладрайт, который там добивает крипчиков, и ребята сейчас будут уже заходить на хайграунд. Аегис да, у нас у кого? У Фриона сейчас... или у Зевса? У Зевса, конечно же, Аегис. У него блинк. Ему, кстати говоря, этот Аегис, мне кажется, не так уж и нужен. Фореву он... Форев способен дамажить по вышке, и это сейчас будет важнее команде но не только MVP поэтому, Hot Six. Не только поэтому. Зевс способен наносить урон на дистанции, и его убить никто не сможет точно, потому что есть ну, если тазл. Как-то не подкрадется ну, сзади да, Слардар, да. Это много конечно, моментов бывает разных. Может быть, но... Сейва для ребят, из MVP достаточно много. У них есть дизраптор, который, если что, может заглимсить. Может, вот ты врываешься на Зевса, а он оказывается в центре ультимейта Джерекса, как да, вариант, морочка. Который играет на дизрапторе. Вот и все. И что-то сделать будет крайне тяжело. Кончится действие Вива или не кончится? Нет, он еще не кончится. Скоро... Ну, на Эйджи Профит просто нужно третий некрада собрать, и тогда Хоциксы зайдут свободно или даже за сплит пушат где-то. Вот возвращается...
Санбай, и сейчас, наверное, пойдут еще раз попробуют, потому что соперник особо им не мешает, он просто их прогоняет. Но интересно, будет ли инициация в таком случае, потому что, ну, без блинка Дарксир пока туда дойдет, поставит первую стенку, ну и, честно говоря, даже не знаю. Может быть, даже и не поставит, если может забежит. Быть, даже и не поставит. Он G почти погиб, Вард находит MP. И ход сексы идут дальше. Вот Дарксир забегает, стяжечка, станчик, но... Нет, погоди, он станчик не скастил, он да попал в ульт-дизраптора. Да нет, там ульт-дизраптора, Джесси домой летит уже, наверное, грустный. Колдаун до сих пор гирокоптер не запулил уже с хайграунда, это потихонечку убегают ребята, Зевс на блинке. Сфорсили байбек Дарксира, приятная новость для команды MVP. Можно продолжить свою атаку, потому что БКБшки свои... А, нет, это как раз-таки MVP и БКБшки свои прожали. Но ничего, у них есть Аегис, зато у оппонента нету стенки, зато у них ну, много чего другого еще нету интересного. MP, ну, попадает все-таки, стягивает его, выбривает ему Аегис. Да хоть так, я не знаю, но, честно говоря, все равно сложно. Там все с лоу хп, сейчас Блудсикер кому-то, у него скорость, он спит 800, он там так скачет, что сложно сказать. Но если кто-то подойдет, Блудсикер, не знаю, что он с ним сделает. По-моему, надо ворваться. По-моему, надо ему просто идти грызть. Сейчас через 14 секунд будет БКБшка, он может потерпеть, и он... Пошел. 2, 3, 4 удара для... Вон Жульц, он... Давай его до фонтана, нормально, финишная прямая, никто не выжил. Только Андайнг такой. Бегает. Ребята, я не с вами. Линию потеряли. Ну, тут можно писать ГГВП. Пара итак, проигранных драк. То есть, в общем-то, тут давай-ка, знаешь, что с тобой решим? Или это можем оставить аналитикам, или же сами уже решить. MVP первую карту выигрывает. Для Минески это очень печально. Да, для Минески это очень печально. Но, в принципе, для остальных команд. Печально. Я просто не помню. Сейчас я буду смотреть по личным встречам, что там у команды Минески с командой Сева, потому что, выиграв у Минески 2-0, они тоже вроде бы там. Там по результатам личных встреч у них все очень грустно, говорил Вилат. А если так, то все печально. Тогда уж. Но 1-1, кстати говоря, их, по-моему, устроит. Поэтому на второй карте MVP. Все равно решится. MVP 1-1 устроит. То есть у них уже все в порядке. Они уже сделали свой фраг. Честно говоря, ГГ уже написано, поэтому... Свою победу они уже одержали. То есть они уже в любом случае из группы выходят. Да. Я так предполагаю, будет решаться там, ну, как бы лишние очки никогда не помешают, чтобы выйти, например, на первом месте, не на втором, потому что когда ты выходишь из группы на первом месте, у тебя есть право на ошибку в, скажем так, верхней сетке.